Айнур Туризбек представила лукбук своей новой коллекции. И стоит признать, дизайнер вновь не подкачала. На этот раз осенне-зимнюю коллекцию модельер увидела в темных тонах и цветочных принтах. Легкие и изящные шифоновые линии ярко контрастируют с грубоватым прямым кроем, оборками и, конечно же, кожей. Добавьте к этому уютные вязаные оверсайз-свитера, платья с длинными рукавами и романтичными рюшками, и получите нестандартный, теплый и очень комфортный для повседневной носки образ. А что касается мужской коллекции, то здесь дизайнер решила отдать предпочтение таким же четким прямым линиям в сочетании с кожей, искусственной шерстью и хлопком. Не обошлось, конечно, и без доли нестандартности. Архивные фото в качестве принтов и необычные по крою брючные костюмы. В целом, новая коллекция обещает быть очень теплой и уютной. С нетерпением ждем, когда все эти луки можно будет увидеть воочию. Скорее всего, это случится на предстоящих неделях моды.